работал. Самый известный фонтан Москвы. А я купаю пальцев, можно? А? Ну, если бы ты была ВДВшником, то 2 августа. И выпивохой, да? Резной. Класс. Ага. Это уже республики представлены. Ну, я понял. Ну, Китай. Это не Китай. Это там может быть китайская выставка сейчас или вьетнамская. А так это Армения. 67-й павильон. Надо посмотреть. Нравится? Чей? Ага. А тебе? Нет. А тебе класс? Что нравится? Мне нравится посидеть. Там вода. Дождик накапал на стулочке, мы теперь мокрые. А почему сидят? Вот, смотри, стоит техника, и люди ходят себе спокойно на кафе. Ну, пойдем. Хочешь сфоткаться? Только не щурься. Хорошо. Только тогда меня не снимать. Почему? Не нравится. Все, улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем. И, конечно же, и тебя. Пойдем. Все, готово. Это мне ученица на самом деле. Классный. Восток. А вон глянь еще. Буран. Это многоразовый корабль. Ну, среди женщин. Марина, а Буран ты показывала? Нет. Вон стоит. Вертолет, глянь. Вертолет. Где вертолет? Москвариум. Скажите, вы хотите пойти в Москвариум? Хочу. А вы, Тоша? Я не снимаюсь. Юрий Алексеевич Гагарин. А потом после них собачки, да? Нет. Женщину я не знаю, как её. Валентина. Валентина. Терешкова. Терешкова? Да. И все. А собачек запустили, чтобы люди не волновались. Какие собачки? Белка и стрелка? Да. Чтобы люди не волновались, пустили собачек. Ну, хорошо. Белки и стрелки.